Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Doom 4 для Doom 1. Итак, у нас с вами вторая часть. На самом деле это мод называется Zone HD. Итак, и у нас четвертая карта. Ну что ж, поехали крошить. Уровень называется Soul. Ебать. Так, подождите. Иди как меня. Нормально их разметало здесь. О, скелет. Так, стоп. Опа. Нормальные, а? Так, скелет снесло со своего места. Так, подождите. Вот, там манкубус еще, вы чё? Ты там потише лей своей какашкой. Паршивая. Так, ладно. Слушайте, там эти порнокопытные пошли. Куда прешь, твою мать? Как-то поздновато. Что-то у меня жизни не так уж и много, блин. Бесило, месило. Так, подождите. Там шарик, мегасфера. 60 патронов у меня. О! Еда. Так, давайте с вами сохранимся. Так, давайте, наверное, просто map 4 что-то сделаем. Уже настройки небольшие сделали. Так, map 4. Да вы чё, шутите что ли? Ой. Нескончаемая хрень, а. Ебать! Что происходит-то? Твою мать! Здесь оборону будем держать.
Не-не-не-не-не-не. Чем держать? Чем держать-то? Бля, они прут и прут, а. Твою мать, а, разметало меня как нехило. Тварь. Так. Твою мать! Блин, поссорим, поссорим их всех. Давай, давай! Твою мать, они идут сюда! Сука. Иди твою мать, блять, прям в лоб ебануло. Так, ну что, на всякий случай оставим. Блин, чуть морду не снесли. Все, ворота открыты. Ой. Тварь, а? Тут, конечно, хрень. Хотя чё это я мелочусь. Нормас. Ой-ой. Да блять. Ничего другого я не ожидал, конечно. Ой, малины. Твою мать, прыгающая мразь. Сука. Сзади прям оказался он. Тварь. Фашист. А, блять, это малины. Мне череп откусили. Откусили череп. Это что, надо себе только представить такое. Сука. Ой. Сюда.
сюда лезет, тварь? Ой, блядь! Девять патронов, мадафака! Я ж вспотел тут, работаю так. Так, стоп. Ой, смотрите, сколько разбросано-то всего добра-то. Это что еще? Бензин. Зачем нам бензин? Видимо, тут будет пила дружба. Я надеюсь. Да, у нас жизнь-то в горы идет. Финды, он прыгает. Что-то произошло. У нас есть желтый ключ, друзья. А, вон, смотрите, 60 патронов у нас. Гнида, а? А ему даже похрену вообще. Так, я нажал. Отлично. И тут уже синий ключ. Вот это плохо. Как интересно, скелеты могут драться между собой. Ты, твою мать, а? Пора мне взять. Тварь! Да пипец. Фу, блин. Так. Чё, синий ключ у нас есть. Синий, синий, синий. Так, ладно, давайте. Синий, синий, синий. Во, открылось. Ах ты фак, да, тут уже стрёмно. Блядь, тут у вас тут много, ты хренище. Тоже не подходит. Давайте сюда так. Что это за плазмоган такой долгий? Что-то мне не нравится тут. Неудивительно.
Конечно, ты, блин. Еще один. Да они там бесконечные, мне кажется. А вот и красный ключ. Так быстро. Так отсюда можно было выбраться, блин. Ладно. Атас, это что, предупреждение? Мегасфера. Что-то должно произойти. Может, мне не надо, не стоило брать. Так, стоп. Вот. Здесь мы были. Он сам подорвался. Так, а куда идти-то? И что, блин, это что еще такое? Ладно, сейф. Твою мать, это еще что за хрень? Ничего нового, просто старое оружие. Так, я все нажал. А, стоп. Ты, блядь, чё, стеклянный, что ли? Мегасфер. Я понял. Но мне её не надо брать. Потратил только столько всего. Ну да, exit. Fuck. Так, что у нас пятый? Gear up. Так, куда бежать? Бейтесь вы все конем. Так, а мы как-нибудь издалека почикаем.
Слушайте, что ж становится меньше. Кого? Ебать, он просто рассыпался. Блин, какая мощная штука прям. Ну как двухстволка. Молодежь, мадафака. Гнида. Все. Совсем здоровье. Ой-ой-ой, откуда? Так, ладно. Сюда, мадафака. Блин, они маленькие, их много. Ебать! Смотрите, сколько их там. Нифига не смешно. Ах ты, блин, как мне прям... Череп залетело. Хоть от кого-то будут какие-то винтовки-то, а? С патронами здесь, конечно, туговато очень. Сука.
Черт, это что такое было? О, нифига себе. Я понял. Видимо, это ускоритель. Гнида. Тук-тук. Обалдеть, этот пистолетик вообще как золото прям. Да вы чё? Вообще жесть. Блять, ну чтоб тебя за ногу попали. Стрёмно как-то здесь. Чё, прыгаем? Так, сейчас подождите. Включать мне что? Блять, да вот чё, ёб твою мать! Нормально он меня подбросил-то, а? А, блин, тут собака была, вот сука! Я думаю, почему я не могу пройти? Ах ты гнида, ёб твою мать, а! Паскуда. Три выстрела, по-моему. Нет, четыре.
Так, все мы их спустили. Видишь, ты еще одна, последняя, видимо. Черт, выпустите меня отсюда. Да? Назад! Паршивая гнида. Я тут, блин, понимаешь, побираюсь тут всякими штуками. Ты еще что такое? А, пулемет. Называется ебать. Бля, там еще одна. Слушайте, это как-нибудь кончится вообще. Так, стоп. Стоп, подождите. Сколько у меня времени есть? Паскуда. Так, подождите, значит, по идее, где-то еще должно было открыться. Знаете, такой уровень трансформер-конструктор. Так, здесь мы были. Так, ладно, смотрим. О. Кстати, кстати. О, еще одна. Пиздец. Через тернии к звездам, мадафака. Чересчур что-то уже полезли. О, броня. Экстракресс. Кстати, в этом уровне ни одного ключа не было. Там выход. Блин, ни разу шариком не воспользовался. Это еще что? Не понял. Нехило. Ах ты, блин, хитрецы.
Подождите, давайте еще раз попробуем. Нет, нет, нет. Мы можем залезть или нет, твою мать? Скорее всего, нет. Ну, так, на всякий случай, потому что там пулеметов очень много. Нет, жалко, блин, а. 13, стоит 185. Конечно, очень хреново. Так, там тоже оружия нету. Ну ладно, что ж, выходим. О-хо-хо. А, ну у нас все это есть. Чуть не провалился. Да, слушайте, это скорость. О, бля, бля, бля! Просто хотел убежать, посмотреть. Ладно, смысла нету. Так, пятый закончен. Так, у нас шестой уровень под названием Neo Hero. Геру-ру. Так, кошерно. Твою мать, блядь. И чё я тут должен делать? Ну это пиздец, да, это вот я упал. Что это за завитушка? И вот так сразу сюда, никогда не поверю. Так, давайте. Там же и сейф тогда сделаем. Ух ты, ёпты. Да если я знал. Два. О-о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 -
Жиртрес вонючий. Кстати, патроны здесь. 210, зашибись. Так, давайте смотреть, куда идти. О. Походу дело только туда свалиться. О, стоп. Блять, жарит, мадафак. Тварь. Всю жизнь испоганил. О,
неплохо зашло, да, неплохо. Стоп. Да, слушайте, а тут что у нас? Покруче будут эти. Блин, его долбить и долбить. Ах ты, сука. Сдохни, твою мать. Пиздец. Что все слушайте, вообще жесть. Так, стоп, стоп, стоп. Нам надо что-то быстро, как знаете, их убрать и все. Так, это мы сейчас возьмем. Да, давайте здесь гранатомет, наверное. Ах ты, блин, тут просто пресс работал. Так, ладно. Сейф, ну ладно. Так, давайте смотреть, что-нибудь такое.
Крутится еще как, а? Прыгает тут. Попрыгунчик. Так. Ничего нету больше. Ладно. Двигаем дальше. Ну хоть так. Что это? А-а-а. Зачем? А-а-а. Пизда. Да ну нахрен! Жарит. Сын, твою мать, а? Тварь. Ёбаная. Мразота. Пожалел патронов. Вообще жесть. У. Завитушки. Можно было вообще этот уровень свалиться и обижать. Насколько. Ах ты так. Ключик. Опусти. Вопрос только, куда его применить. Шарик-то взять-то можно, интересно? Да статуку устанавливать, как супераптечка, нафиг им нужно. Стоп. Я что-то не понял, а как Если столько патронов, то значит, наверное, будет куда потратить. 17. Маловато-то будет, хочу сказать. Кончай моя работа, мадафака. Гнида. Блин, вообще трэш. Так, слушайте. 100. Стоп.
Надо хотя бы остатки все эти пособирать. Да ладно, блин. На самом деле, скорее всего, это так оно и делается. А, стоп. Наверное, с этой все-таки. Мегасфер. Ладно. Окей. Ничего не жду, честно. Да черт, а. Да ладно, и пустота. Да, интересно. Что ж, шестой уровень пройден, остался седьмой уровень, он, я так понимаю, здесь последний. Total Enclosure. Хотя, наверное, он не последний. Не знаю, почему я так решил. Почему 7 уровней? Не знаю. Последний, не последний. Твою мать, я же не специален. Паршивый скелет. Эх ты, блин, в стену такой заряд-то выпускать, жалко. Что еще? И что? Зачем тут шарик? Мочите друг друга, друзья. Что это такое? Мадафака. 11. Пиздец. Они там друг другом заняты, мадафака. Пиздец. Гнида. Да.
Пипец. Уроды. Непонятно, зачем тогда я открывалось все это дело. Если здесь вообще никакой выгоды. Стоп. Нет? О, стоп, ничего. Твою мать, что за секреты такие поганые? И все? Это что, шутка что ли? Ладно. Ой-ой-ой. Давай, твою мать. Что-то здесь какая-то фигня. Ух ты. Ну это мы пришли именно туда, откуда начали. Так, подождите, небольшой тупик. Блин, здесь же что-то должно было быть, нет? Так, я в замешательстве. Твою мать! Совсем ошалели. Thank you.
мне куда деться? Черт, а ловушка какая сраная. Так, ладно. Но у нас тоже есть небольшая ловушка. Наша ловушка не помогла. Так, наверное, сейчас надо где-то встать будет. А, ну да. Что я уже так... Это не вариант, это не вариант, мадафака. Так, сзади тоже выходит, значит. Твою мать! Ёпта! Что тут дальше-то? Фу. Видимо, надо смотреть дальше. О! О! Ого. Какого перепоя? Я его просто не убил. Так, давайте мы, наверное, брать ничего не будем сейчас.
Так, идем за шариком. Ишь ты, блин. И все просрал разом. Так, нам надо дальше искать, куда идти. О! Да ладно, блин. Значит, это у нас конец. Так. Тогда надо забрать абсолютно все добро, которое только можно. Там где-то еще патроны были от этой винтовки. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир Тритройки на канале про Gamer Television. Это было прохождение Doom Zeon HD. Doom 4 для Classic Doom. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.